Добрый день, Сергей Геннадьевич. Вы уже достаточно продолжительное время успешно возглавляете большой, знакомый абсолютному большинству жителей Подмосковья, нашей страны, город Реутов. Порядка 100 тысяч человек в нем проживает. В разное время вы решали важные проблемы, и я считаю, решали успешно. Муниципалитет находится на ведущих позициях сегодня. Это произошло и благодаря работе предыдущего главы Арсения Николаевича Ходырева. И вы очень достойно, успешно, объединив усилия уважаемых людей, элиты, гражданского общества, смогли продолжить очень важные преобразования. Мы с вами работали в городе недавно и принимали патриарха, общались с жителями. Есть программа благоустройства, решение текущих проблем. Это все очень важно, и я уверен, все это будет реализовано. Вместе с тем у нас есть ситуация, когда глава городского округа Балашиха сложил полномочия, Евгений Иванович Жирков, который долгое время возглавлял муниципалитет, сначала в железнодорожном, затем в Балашихе, сложил себе полномочия. И я хотел предложить депутатам вашу кандидатуру. Считаю, что у вас есть достаточно целеустремленности, опыта и, самое главное, желание обеспечить преобразование. По сути, это одна территория. Конечно, городской округ Балашиха намного сложнее, потому что больше, и проживает там порядка 500 000 человек. Идут большие инфраструктурные проекты по этой территории. Но я уверен, что вы найдете общий язык и с гражданским обществом, и с нашими депутатами, общественные палаты, самое главное, с жителями. Есть программа преобразования Балашихи. Я очень надеюсь, что под вашим руководством она станет и благоустроенной, и обустроенной, будут решаться все текущие проблемы. Как у вас настроение, есть ли у вас такая готовность? Да, спасибо, Андреевич, за действительно высокое доверие, за высокую оценку той работы, которая уже проделана. Конечно, я понимаю, что Балашиха – это другой уровень ответственности, это другой уровень работы, который необходимо провести. Безусловно, готов не подвести вас, прежде всего, готов не подвести жителей Балашихи. Действительно, Балашиха и Реутов, их связывают долгие связи, и у нас много общего. Я думаю, что применю все свои знания и опыт для того, чтобы сделать Балашиху еще лучше.